Ну что, ребята, как вы видите, история, проект, ой, проект, аккаунт, а со мной подошел к концу. Друзья, привет, и как вы видите, мистер Пи, сила 9, да? Да, да, фулл аккаунт, друзья. Короче, сорян, что сегодня не было ролика про 14 февраля, мол, лавина монет, там всякая дичь. Короче, друзья, поясняю сразу, кто не понял. Сегодня была акция, мол, с Днём Святого Валентина, и там был Егема Мегаящик. Я, короче, все открыл, друг, все открыл, и там, друзья, давай, да, ну ладно, типа, пришлось уже с друзьями, значит, они на видос. Мистер Пи 9 уровня. Но я спрашиваю, кого прокачать? И такие, ну, мистер Пи, типа, новый, а почему бы нет? Ну, кого еще прокачивать? Ну, Биби то же самое, но скучновато, мне кажется. Это уже попозже, завтра, когда соберем прям кучу золота, пацаны, завтра буду задротить, потому что я купил еще удвоитель, это за 50, у меня сейчас 2196 удвоителя, это просто жесть. Короче, друг мне еще выбил пассивку на Тару, то есть это мой друг, ссылка на его канал в описании, Рай зовут, друзья, реально... Челик топовый, подписывайтесь, реально просто вывел пассивочку на Тару, реально вообще круто, просто фулл аккаунта, вы понимаете это или нет? Фу, друзья, события славянного момента, я думаю, многие играли и знают, что такое, не буду рассказывать. Так вот, друзья, а почему же фулл аккаунт, у тебя же еще все на 10 уровень не прокачаны, на 9 не прокачаны и на всех пассивок нету. Но, пацаны, как бы, он уже фулл, я могу в любой момент, там, ну, закинуть, ну, очень крупную сумму, ну, где-то, я не знаю, сколько, и сделать это все, но мне это не надо. Мне это не надо, потому что, ну, смысл, все, история закончена, можно так сказать, пацаны, потому что все, то есть, ну, все, то есть, очков силы больше не падает, все прокачаны. Я могу их всех, сейчас на 9 прокачать, всех, но смысла мне не, ну, то есть... Нет, во-первых, у меня нет суммы на это, ну, во-первых, это будет, во-вторых, это будет временно все идти. И да, не с пассивками. Ну, а смысл пассивки иметь? Да, я считаю то, что фулл аккаунт это пассивки, а вы, думаю, вы тоже считаете, когда все с пассивками, но на всех две пассивки. На все со вторыми пассивками, то есть 66 пассивок, да, у тебя на аккаунте. Но, пацаны, как бы, эти пассивки, ну, мне не нужны, потому что... Ну, считай, да, круто, я сейчас поиграю, типа, попользуюсь, да, круто. Нет, на бита мне нужно, я хочу пофаниться, хочу все это папать кубки. Но вот эти все, вот эти вторые и первые, ну, я же потом, ну, я 500, 600, 700, 800, окей. Ну, может быть, когда-нибудь косарь, и все, я не буду задрутить каждый день прямо на основном аккаунте. Мне по кайфарику записывать ролики на твинке. Поэтому, друзья, я и говорю то, что, возможно, на основе ролики будут длиться реже. Просто, ну все, фулл аккаунт, все, мне падает из сундука золото, и, например, билетик один, все. Все, пацаны, все. Сейчас протестим, кстати, пассивку на Тару. Блин, реально круто. Блин, история считай, закончена. Но это не конец. Мы будем продолжать аккаунт, потому что игра продолжается. Игра развивается, игра обновляется, поэтому мы не будем ни в коем случае. Забрасывать игру на этом аккаунте. Я буду мистер Пи на 500 апать, я буду. То есть я буду еще, я буду сундуки там копить завтра, блин, запишу ролик только золото. Я, возможно, завтра кого-нибудь на 9 прокачаю, может быть, Биби, я не знаю. Потому что реально мне в последнее время стало часто много пассивок апать. Ой, не апать, а выпадать. Потому что, друзья, недавно пассивка на Динамайка, на Кольта и сейчас на Тару. А тогда мне еще недавно упала на Барли и на Динамайка первая. Как тебе такое, Илон Маск, а? Как тебе такое? Реально, когда вот прокачиваешь много, когда у тебя прокачиваешь 9 уровень, тебе чаще падают пассивки. Я понимаю это, потому что, ну, все, ну, все, мне только сейчас пассивки будут падать. Ну, потом там новый бралер выйдет. Я его на изи смогу прокачать, вот если... Блядь. Вот договорился, договорился, вот смотри, вот отвлекаюсь и... Ну, ладно, окей. Играть снова нажимаем. Так вот, прокачать кого-то на 9, там завтра будем реально задротить, пацаны, задротить, будем просто задротить, задротить, потому что, ну, реально надо прям выжать сок хотя бы там у сундуков. Мне самое
Это что, золото, золото. Я могу прокачать Би завтра. Вообще будет просто фулана. Например, ну, уже не буду. Короче, там, ну реально, любого бойца, то есть, пацаны, реально, я надеюсь, что будет работать, я понимаю, что это было бы читерно, ну, а смысл сейчас на двоителе даже работать, поэтому жопа, пускай тоже работает и завтра, тогда вы подрадуете всех своих игроков, и пускай это будет на недельку, там, на две, например, просто реально, если разработчики хотят сделать подарок, то пускай они делают его, ну, бесплатно, то есть, они сделали и так, они сделали сегодня двоитель жетон, бесплатно, то есть, много чего бесплатно, просто... Если они хотят прям очень хороший подарок сделать для игроков, чтобы они заработали золото, то пускай так сделают, потому что реально не все есть игроки, которые донатят. Да, они сделали спецакцию очень выгодную. Например, для таких, как я, это очень реально круто. А для каких-нибудь, которые вообще ни рубля, ни копейки не могут задонатить, либо семье какие-нибудь проблемы, либо вообще, ну то есть не могут, нету денег сейчас на это. Поэтому, как бы, разрабы сделать реально, чтобы... Ну, подарок для нас, реально, потому что для игроков, которые не могут купить золото, не могут выбить его из сундуков, из бесплатного ящика, так вот там, ну, вот я хочу протестить, что тут, клон, да? Клон выходит, смотри, просто хорошо, я пассивка, бля, пяу, нет, все, не убил, короче, 6 минут ролик идет, да? Да, не знаю. Не знаю уже. Я не знаю, когда. Я завтра на утро, наверное, этот ролик выложу. Не сегодня, потому что сегодня я и так... Или сегодня я не выпускал ролик. Ну, короче, не знаю просто, что-то ролик сегодня мне выпускать лень. Надо смонтировать, ревьюшку будет сделать, поэтому сразу, наверное, завтра. Фу, друзья, ждите, кого-то завтра буду из вас прокачивать. Ой, пацаны, просто история закончена, понимаете? Эта игра реальная. Эта игра меня вдохновила, и реально создать канал, и вообще... ну вообще, рояль сначала, но все равно. Фух. Пацаны, вы меня поддерживаете, смотрите, как я играю в Brawl Stars, поэтому... Реально, вам всем спасибо огромное, реально, это нереальная поддержка от вас, потому что реально... Ну, ваша поддержка реально очень важна, потому что, ну реально, типа, вы поддерживаете, и ролики выходят чаще. У меня уже 6, 9, 12, 12 персонажей, фулло, ну то есть... Если считать 9 уровень, то они фулловые, понимаете, все, я могу их... 13 даже. То есть я могу сейчас всех прокачать, я могу просить там холодика, может он задонатит, но я, это вряд ли. Если бы, конечно, задонатил бы, я бы был благодарен, потому что я хотел бы себе уже фулл-аккаунт прям до конца дожать сок. Вот, ну все, друзья, все, че, смысл играть уже, ну... Смысл есть, сундуки, фарми, потому что следующая обнова в марте, и я говорил то, что я буду копить, когда мистер Пи будет фул. Все, будем копить с этого дня. Все, друзья, спасибо за просмотр, удачи, пока-пока.